Я приветствую зрителей моего канала. Вот хочу показать весь процесс, как я буду изготавливать подшипники для рабочего стола, ну, для стола на шлифовальный мой станок, вот, на котором будут стоять валы. Вот. Эти валы будут соединяться лентой из шкурки склеенной, по которой будет двигаться заготовка. Ну вот, смотрите, я разметил все. Вот. 4 этих подшипника или держателя валов. Я вот их изготовил, то есть, вернее, начертил. А теперь будем фрезеровать. Поехали. Я все, наверное, не буду снимать. Нет смысла. Вот видите, одно отверстие готово. Вот, мне таких надо 1, 2, 4 штучки. И так потихонечку, меняя фрезы. Так вот, что получилось. Вот все предварительные пазы. Это я сделал. Осталось пройти. Здесь на 18 отверстий, 4 штуки. Но это я балеринкой буду своей делать. А потом распилить и здесь завалить. Получится 1, 2, 3, 4 таких вот держателя. Это. Теперь сверлим отверстия под вот эти подшипники. Вот, вся планочка уже готова. Осталось их только разрезать на 4 части. Вот. И таким вот образом
мы сделаем держатели валов. Сейчас померяем. Видите? Плотненько. Вот они. 4 штыки. По 2 на каждый. Немножко подшлифовать чуть-чуть внутри, потому что может расколоться, не хочется. Вот видите, они регулируемые будут, видите. Здесь также будет стоять регулятор на натяжение. Такая вставляться резьба, цилиндр с резьбой, оп, и здесь будет винт, и откручиваю его, закручиваю, мы можем отодвигать, придвигать, в общем, вот такие вот пироги.